Приветствую, друзья, на канале Crossout Lars. Сегодня в видео мы будем тестить оружие синтез. На энергетическом оружии у меня опыта, можно сказать, вообще нету. Ну, я, наверное, ездил только на гравостарах, больше я ни на чем таком не ездил. То есть на синтезах я еду впервые. Давайте посмотрим, что у нас сегодня за крафты видео. Первый крафт вот такой вот легкий багги. Тут брони почти нету ничего. Тут даже у меня генератор спрятан не под днище, а вот тут здесь вот сзади. Ну, потому что уж некуда прятать, да, и машина тут легкая. Второй крафт у нас вот такой. Здесь уже брони побольше. Хотя забавно получилось то, что на вот этом багги на 100 очков больше, чем вот на этом. Не знаю почему, вот как-то так получилось. Второй и последний крафт, вот такой вот колбаса вот такая большая. Я думаю, вот этот крафт как раз будет тащить. В общем, давайте посмотрим, что вообще из себя представляют эти синтезы. Давайте пока покажу сборку первого крафта, вот этого вот. Итак, мы поехали в бой на нашем легком таком крафте. Багги такой легкий получился на синтезах. Сейчас посмотрим, что он сможет сделать. Так, я даже лезть на нем боюсь куда-то, потому что мою машину расстрелять очень легко. Я вот так вот лучше понастреливаю издалека. Так, оп, добили кого-то. Раз, минус один. Так, давай. Ну, этого добили... Союзы. Так. Давайте по боту постреляем. Давайте уж тогда вот этого добьем с миной. Так. Сейчас я тебя догоню. Он на своей же мине взорвался. Я подъехал, мина взорвалась, и урон ему уже нанесся, и он взорвался. Классно. Что-то враги вообще как-то быстро слились. Смотрите, уже два человека у них осталось. Так. Он бот еще ей. Давайте фигачим их. Он, кстати, уже последний остался. Так. Давай, давай, давай. Фигачим его. Так, минус 2. Вообще быстрый бой какой-то получился. Прикольно. Победа. Наши очки за бой. Ну, вот так себя повел синтез на вот таком вот легком баге. В принципе, неплохо. Даже кого-то завалили.
пока неплохое начало. Давайте теперь возьмем второй крафт. Как-то бой, кстати, если честно, прошел очень быстро, победа. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к сборке вот этого крафта. Итак, мы поехали в бой на втором крафте. Посмотрим, что он сможет сделать. Ну, по очкам мощи он почти не отличается от прошлого крафта. Но тут расположение синтезов другое, да и брони тут побольше. Вот, так. Ну, вблизи-то я боюсь даже ездить, потому что вблизи-то я ничего сделать не смогу. Надо вдаль только стрелять, наверное. Так, ничего себе, какой-то быстрый враг едет. Так, надо понастреливать по кому-нибудь. Так, по нему не попасть. Во, клиент, давайте. Он как раз на другого отвлекся, союза. Давайте его сейчас настреливать, ему урон. Так. Ну, сейчас он взорвется там, мне кажется, уже. Так, вот все, минус. Да, минус. Минус один. Правда, он мне уже синтезы так по... Как-то урона наносил. Так, второй минус. Уже два синтеза искрятся. Что это такое, смотрите. На грифоне поехал на дронах. Странный крафт, если честно. Ой-ой-ой, блин, он мне все синтезы сбрил. Один искрящийся остался. Так, ну ничего страшного. Мы тут, мне кажется, затащим. Нас больше осталось. Так, давайте фигачим его. Ну один синтез-то это уже совсем. Он не очень стреляет. Ну... В такой уж бой мне тут отстрелили уже все. Так, ладно. Вот нам еще один два где-то осталось. Одного вижу. Сейчас мы его добьем. Добивай его. А вот и второй горящий уже. Так, есть. МВП. Опять победа. Ништяк. Наши очки за бой. Синтез на этом крафте. Ну, хотя тут очки мощи, можно сказать, вообще не отличаются, потому что тут разница 100 очков. Даже на прошлом крафте их было на 100
очков больше. Ну да ладно, давайте теперь возьмем еще один последний крафт, вот этот длинный, вот, я не знаю, тапок это, наверное, да, выглядит. И давайте перейдем теперь к сборке этого крафта. Теперь мы едем уже на третьем крафте, 10 очков мощи на 1000, где-то так, больше. Здесь расположение уже такой лесенкой, тапок такой длинный получился. Ну, давайте посмотрим, что смогут синтезы на этом крафте. Так, ну давайте, наверное, поедем с союзами, одному-то мне делать нечего, мне кажется. Меня какой-нибудь дробовод загасит. А где союзы-то все? Все, ну-ка, давайте столкнем его. Ай, блин, не рассчитал, я сейчас упаду. Ух, нифига себе. О, я парканулся, смотрите. Так, давайте достреливать отсюда тогда. Так, смотрите, нормально так. Парканулся. Враг уезжает, он, я ему уже нормально так все отстрелил. Стой! Стоять! Убежал просто. Вот это мне подфартило, конечно. Так, он еще и взорвался. У меня уже 2 килла засчиталось. Вообще. Вот это мне подфартило. Я первый раз здесь А где все, кстати, враги? Всех взорвали. Вот это бой, конечно. Первый раз так зацепился. Обычно падал все. Я уже думал, уже все такое думаю. Все, сейчас упаду. Нет, нифига, нормально все. Так, попробуем. Ай, блин, хотел поехать туда. И зацепился за столбик и помер. Ну ладно, тут у нас победа. Ничего страшного. Наши очки с забой. Вот так себя синтез повел на вот таком крафте. Бой очень забавный получился. У меня первый раз такое. На ступеньку я туда залез. Начал всех фигачить как-то там. Просто вообще классно. В конце хотел, конечно, уехать, да помочь союзам, но в кислоте растворился. Вот так-то бой вообще интересный. Что скажу по оружию? По оружию мне, в принципе, на нем ездить понравилось. Это оружие не требует ни радиаторов, ни охладителей. Поставил, поехал. Но вот это вот
пауза после очереди меня прям немного раздражает, она меня как-то бесит, но так-то получилось нормально. Я думал, то, что с этим оружием я вообще ничего не смогу сделать, но я даже кого-то успел завалить, победы постоянно, в общем, мне понравилось. Короче, синтез — это Прометей на минималках. Ну, пишите в комменты, как вам это оружие. На этом, думаю, все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!